Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн и Тучка, Госдума, Матвей, Плеймаркет, Камбармия. Пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет. Очень много комментариев было, чтобы мы засняли очень классную и любимую вашу рубрику «Прятки». Если петь кушать, приятного аппетита, я начинаю всех искать и мочить. Так, я видел, где заныкался и Тучка. Ты не видел меня, ты врёшь. О, тут, кстати, крокодилы плавают, я хочу проверить, смогут ли они убить аниматроника. Ого, дамажит. Чего, по 400 хп? Да, чуть-чуть. Что? Что за крокодайлусы? А что тебе не нравится? Да они мощные какие-то вообще. Так, подожди, я думал, что у меня будет легко, я уже должен был кого-то убить. И вы что, такие нычки классные все понаходили? Я не понял. Понял. А, вот тут кто-то. Так-так. Так, не там никого нет? Вы чё? Че тут бегаешь? Камбармия, молодец. Кстати, я тебя не видел, ты мог бы тупо сидеть там на месте. Да я испугался, ты как сам себя спалил. Не, ну правильно делаешь. Спасибо, что испугался меня. Тихо, тихонько. Ты видишь меня? Да. Ну я тебя вижу. Подожди, а, так ты за кастрюлю, за черпак летаешь? Нет. А, нет. Это я. Ага, это ты. Тут мне, в принципе, открывается вид на некоторые проходы. Да? Да, поэтому я смотрю... На задние проходы? Не. На передние? Дима фу. То ну чё, я прям говорю правильно. Вот где я еще не был. Идем вместе сюда. Так, вот тут, мне кажется, я кого-то найду. Вот это все потом, понимаешь? Блин, там столько всего есть. Карта интересно сделана. Очень прикольно. Блин, да вы же где-то ниже, как спуститься туда? Где по-любому где-то вы здесь. На полете попробуем. Да? Да. Если прохода нету. Так, подожди, да. Я уже по кругу. Я уже два раза тут был, хорошо. Я специально поддаюсь. Угу. Я знаю, где вы можете быть. Мне кажется, вы на улице, там есть кусты. Кто-то в кустах сидит. Писит в кустах сидит. Ну, может быть, да, бассетейшн. Да блин, я два раза в одно и то же. Да специально, видишь? Да. Так, значит, кто-то под водой. И я был прав. Вижу, убил. Хорош. Значит, вот почему не залезть сюда в балки? А, нельзя сюда залезть, было бы классно. Кстати, прикол, ты вообще возле меня где-то ходишь, лазишь. Есть, молодец, Камбармия. Красавелла, брателла. Красавчик. Он залез под водой, тут вообще в какой-то канализации еле нашел. Ну, молодец, так это значит хорошо, он запрятался. Нет, потому что он планктон. А? Вот, кто-то тут в кустах сидит. Кстати, классная нычка в кустах, мне очень нравится эта тема. Можно хорошо так зашкериться прям. Реально не видно. Так, там крокодайлус. Получается, если туда кто-то бы спустился, он бы проиграл. Логично, логично. Поэтому мы идем вот тут искать. А может тут под мостиком? Нету. Тут? Нету. Чё, где вы все заныкались? Так, мы только троих нашли. Четверых, да? А, подожди, я так же где-то видел тут собаку. Она убежала. Вот мне показалось или... Или показалось... Смотри, если шайн, я не псина вонючая, так что... А кто ты? Да. А вот, ну неважно. Тучка. Ой, я вижу, там он Дима. Ух, я хоть воздуха наберу. Да где все пацаны заныкались? Смотри, как они хорошо ныкаются. Там вроде кто-то сверху бегает. А вы знаете, где? Кто останется последний? Тот будет победителем. Ура. Поэтому очень думайте перед тем, как прятаться. Или там и сатурщик. Да, кстати. Блин, ну вот по-любому тут кто-то еще может сидеть. Надо внимательно в каждый уголок смотреть. Большая карта. Да, она большая. Не маленькая. Чё? Тут, короче, за текстуры какие-то я залез. А сюда можно? О, ко мне какой-то Госдума. Прилетел. Ко мне какой-то друшляк прилетел. Друшляк? Да. Прям так и называется? Ну, не знаю, кастрюля маленькая. Ой, я вообще, короче, попал в небытие карты. Мне уже палец болит Ctrl держать. А ты с Ctrl? Я знаю, значит, ты играешь за планктона, когда Ctrl нажимаешь, его не видно. Ну, или за собачий патруль. Не, ну Дим, кто знает. Но я видел только что какого-то аниматроника. Так.
Давайте думать. Раз он меня здесь видел, значит... Ого, тут аж три пыта только что. Вон тут-то. Ага, вон вижу, бегает какой-то там обосрыш. Эй, не говори так на моих друзей, это мои братья. Да? Ладно, я прям на тебя попал. Нет, это не я. Ну, вот ты, я один хожу, я псих-одиночка. Я тебя видел. Да? Да. Так. Ты в страхе убежал. Да не, кстати, нет, я ищу тут дальше тебя, но значит ты не тут. Хорошо, хорошо. Хорошо, поддерживаю. Блин, надо думать, как они. Где же они могли запрятаться? Я вообще не могу найти никого. Это что такая карта сложная? Я думал, она будет легкая. Я всегда так думаю, когда ищу карту, я всегда думаю, что будет очень легко. Как начинаю искать, никого найти не могу. Ну это за бред. Хочешь подсказку? Нет, не надо. Нет? Я хочу сам. Не хочешь? Ладно, нет. Смотри, возле меня дерево. Да? Хорошо, иду искать дерево. А дерево у нас может быть где? На улице. На улице, да. Где-то я там. Только в каком я углу карты, это... Ты никто не узнает. Это ты узнаешь сам. Я вообще тут за карту... Чё? Я тут в закулисье попал, какой-то очень странная часть карты. Так, давайте думать. Дерево, дерево. Почему-то мне кажется, что в эту нычку нету прохода. Только если, не знаю, залететь. А, значит, ты используешь читерские методы вряток. Не, я просто нычку типа не обследовал, я не знаю. Ну да, значит, так оно и есть, потому что я бы тебя уже нашел. Пацаны, вы что, хотите, чтобы вас не нашли? Да. Хэштеги тучка читер, все правильно. Все хорошо. Да, давайте, пишите, пишите. Пишите, пишите. Чтоб он знал на будущее. Обманывать людей нехорошо. А еще напишите хэштег «Дима, убери черкаш со стены». Ты понимаешь, о, как раз это и напишут. Остальное ничего писать не будут. Меня не могу найти. Не знаю. Ищи. Дима. Да. А если они напишут хэштег «И тучка, убери черкаш с Димы». Фу, такое не надо писать. Не, это уже все. Да-да, это неправильно. Дима, тут поварёшка летает. Как? Короче, пацаны, они заныкались в тех местах, куда мы не можем попасть. Вот и все, потому что я карту обошел всю. Я прям иду по порядку. О, может тут подстану кто-то? Нет, туда что такое? А мы же вдвоем остались. Да не, еще кого-то мы вроде ищем. Да? Да, наверное, вас двое. Ладно, пацаны, давайте подсказки хоть какие-то. Уже пробегали. Да. А, такая подсказка. Ты пробегал за меня несколько тысяч миллионов раз. Да блин, а как же я вот тебя не вижу? Потому что я смотрю через щель. А тут? Даже летучка подсказку давала. Да. Блин. И вообще это было типа такая в шутку подсказка. Он тебя видел. Я вас всех видел здесь. Все, кто здесь пробегали, я вас всех видел. Ладно, вы под водой? Ну. Или нет? Ну не знаю. Не. Наверное, нет. Так, что-то вы так подозрительно отвечаете. Наверное, вы под водой. Пацаны, давайте под водой искать. Ищите, ищите. Так, тихонечко. Дима, я там все обыскал. Дима, да? 100 раз возле нычки пролетали. А ну видишь, вы не можете подсказать нам. В смысле? А что? Непонятно. Ну дерево, ну. Тут много деревьев. Ну как ты деревянный? Ладно, смотри, может что-то деревянное. Не только с дерева. А, да? Балки деревянные. Балки. На стенах дерево. Ну, какая-то табличка может. Табличка. Там, ну я не знаю, ну я не знаю еще что. Крокодилы. Крокодилы деревянные. Какие крокодилы деревянные, ты чё? Под радиации деревянные стоят. Я начинаю психовать, понимаете? Что за бред? Да пацаны, вы чё гоните? Вы издеваетесь над нами, вы читеры. Почему? Так никого найти не можем. Ну смотри, что делается, не могу их убить. Я летаю просто аниматроника, который бьет на расстоянии, а вас убить не могу. Я даже не могу, по сути, найти то место, где вы заныкались. Я не знаю, я готов сдаться. Я реально не могу найти, это прям сложно. Сдавайтесь лучше, вы нас не найдете. Серьезно? Вот так вот? Ну, сдавайтесь, если хотите, можете продолжить, но это только вы время потратите. Да. О, ну это понятно. Пойдет способ такой? Да. Да я реально, ребята, это тот случай, когда пацаны
запрятались так сильно, что мы не можем даже, мы искали их шестером и не смогли найти. Мы были вот тут, короче, тут вот ящички всякие, тут арматурка. Мы были, так это же нечестно. А смотри, в чем прикол. Я первый раз вообще сидел, знаешь, где? Смотри. Вот тут сидел. В этой катушке. Вот. А как мне вас было убить? Ну, вот ты же летал. Ты бы мог поверху просто... Все, я понял. Летать. Пацаны, читеры, вот так вот, да? Хорошо. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока-пока.